вами Светлана. С сегодняшнего дня я открываю новый плейлист на своем канале, который будет называться «Вязание спицами для начинающих». Так как я уже бабушка и научилась вязать разного вида пинеточки, о которых я рассказывала в прошлом видео, и сейчас вот продолжаю заниматься этим любимым делом, я начинаю свой первый урок о том, что нам нужно для вязания. Это, конечно, ножнички такого вида обычного, и ножнички вот такие швейные, они очень хорошо обрезают, удобно ниточки. Сантиметр для расчета петель. Дальше идут спицы. Спицы бывают разные на леске такого вот вида, разной толщины. Также вот спицы, 5 штук у меня есть, это 20 сантиметров длина и 3,5 миллиметров это толщина спицы. Спицу и пряжу мы должны подбирать правильно. Крючочки любого размера для обвязывания или вязания шнурочков или цветочков. Нитки бывают разные, акриловые, полушерстяные, шерстяные. Но для начала мы берем самые простые ниточки. У каждой нитки есть своя толщина. Толщина ниток определяется соотношением массы пряжи в граммах и длиной нити. На каждой пряже есть такая вот этикеточка. Это 50 грамм на 150 метров. То есть 150 метров весит 50 грамм. Сейчас я найду. Вот другая этикеточка. 100 грамм на 300 метров. То есть 300 метров пряжи весит 100 грамм. Чем меньше длина нити приходится на 100 грамм пряжи, тем пряжа толще. Вот эта пряжа толще, чем эта. Значит, правило общее существует одно. Это спицы должны быть в 2 раза толще, чем сама пряжа. Есть специальная линеечка, меряет толщину спиц. Приглашаю вас на следующие мои уроки. Пока!